Всех приветствую, с вами Нелис, и изначально я в этом видео хотел рассказать то, что у меня есть идея для нового гейммода. Но так сложилось то, что я только что был на стриме у Декоди, где он сказал то, что он оформил свою страницу в ВК, и также он сказал то, что он не будет принимать в друзья ВКонтакте, и сами слушайте почему. А в друзья, знаете, я по какой причине добавлять не буду? Потому что один человек, я не знаю кто, как узнали вообще о моей страничке ВКонтакте, в общем, кто-то спалил. И что самое интересное, ко мне добавился какой-то человек, ну я его, естественно, добавил, и он начал спрашивать, когда видео. И знаете, наверное, самый нелюбимый вопрос, который может получить ютубер, ну вот, я не знаю, которому могут задать, это вот когда новое видео. Честно, лучше и не придумаешь. Начнем с того, что я ему сразу не писал, когда видео. Я ему сначала написал «Привет, Декоди». Я вам это еще рассказывал в позапрошлом видео, вы можете прямо сейчас его посмотреть. Ну, в общем, суть в том, что я сразу не писал, когда видел. Как только он меня добавил в друзья, я написал «Привет, Декоди», после чего он меня удалил из друзей и проигнорил. После этого я думаю, ну что подписчик может спросить ютубера? Я спросил, когда новое видео, он меня вообще нахер заблочил. Кстати говоря, страницу мне никто не полил, я ее сам нашел. Но как я ее нашел, можете посмотреть в позапрошлом видео. Ну ладно, в принципе, с этим все понятно. Он сам же подтвердил мои слова, то, что я реально нашел его страницу. И вы можете теперь точно удостовериться, то, что то видео было не фейковое. Кстати говоря, хотелось поблагодарить за то, что мы на видео про фанмейды набрали целых 12 лайков. Честно, я был очень удивлен, то, что мы за день смогли такую сумму набрать. Для моего канала это вообще что-то нереально. И у меня для вас новая цель. Давайте попробуем за 2 дня набрать 20 лайков. Да, много. Да, не наберем, но все-таки это будет для меня мотивацией, и мотивация для вас ставить лайки. Ладно, давайте уже приступим к моей идее для нового гейммода. В общем-то, я как всегда лазил в твиттере фанмейдов, да, я очень люблю смотреть фанмейды, и я встретил вот такой вот очень прикольный скин для свинкоптера. Но мне он показался похожим на такую круглую волну. Я подумал, можно же как-то геймплей для волны изменить, чтобы он был более интересным. В общем-то, сидя 10 минут в редакторе, я додумался сделать именно такое управление, которое вы видите прямо сейчас. То есть, если мы нажимаем, то наша волна просто меняет направление, но если мы зажмем, то она будет лететь просто прямо. Мне кажется, это реально интересно. Я решил то, что это можно преподнести как новый гейммод. И также, как вы поняли по превьюшке, у меня есть и вторая идея для нового гейммода, но я вам ее покажу только в случае, если вам понравится такая рубрика. Также еще хотел объявить левел реквест, то есть если вы хотите, чтобы я прошел ваш левел, то просто в названии левела указывайте мое имя. То есть просто когда наберется достаточное количество челленджев, то я сниму новое видео про уровни от подписчиков. Ну, в принципе, на этом все. Напомню, если мы набираем 20 лайков, то сразу же монтирую новое видео, но пока что можете подписаться на канал и поставить лайк. С вами был Нелис, всем пока. You can lift your head up to the sky. Take a deeper breath and give